Спортивные и творческие школы в эти дни будут работать с повышенной интенсивностью. Центр туризма организует различные походы. Общеобразовательные школы не будут пустовать. На их базе продолжат работать клубы по интересам, кружки по внеурочной деятельности. Физкультуре, творчеству будет идти подготовка к различным школьным олимпиадам. Для того, чтобы получить информацию о мероприятиях, вы можете зайти на сайт управления образования, который находится в прямом доступе. Там вывешены абсолютно все мероприятия. Либо обратиться непосредственно в управление образования на Пушкина 28.